Ну, ребята, я бы вам хотела бы рассказать еще про одну силу. Вот. А что это за сила? Да, здесь точно так же они достаточно большие. Здесь также 108 бусин. И это в первую очередь красная яшма. Что дает красная яшма? Красная яшма – это камень плодородия, это вечная любовь. Вечная любовь в первую очередь к самой себе, к своей планете, к своему миру, к тому, что ты есть. Это здоровье и вечность. Яшма – это вечность. В первую очередь это, конечно же, про вечность. И она усиливает волю к новой жизненной энергии, усиливает волю к новой жизненной энергии через неимоверно сильный камень. Это снежный обсидиан. Снежный обсидиан, который в первую очередь ведет свою владелицу к деньгам, к процветанию, к материи, которая находится в этой плотности, в этой жизни. Ну и, конечно же, защита от внешних и внутренних врагов. То есть, если ты понимаешь, что ты не можешь идти куда-то, не можешь пройти куда-то, и тебе что-то дает, что вот я не могу вот из-за этого, мне не хватает вот это, мне еще чуть-чуть. И вот это вот еще чуть-чуть, вот как раз снежный обсидиан, он просто как мыльный пузырь это все будет разбивать. И твой путь будет всегда открыт к твоей вечности, к твоей материи и к твоей любви. Ну и, конечно же, что здесь еще? Какие якоря есть? Ну, это, во-первых, это феникс. Феникс любви перерождения. Перерождение с различными камушками. Чакровые камни их еще называют. Вот. А феникс это всегда перерождение. Он говорит о том, что куда бы ты ни пришел, куда бы ты ни пришла, ты всегда будешь, что бы с тобой ни случилось, ты всегда будешь перерождаться, потому что у тебя всегда есть силы, всегда. Они не могут закончиться. Ну и, конечно же, это огненное сердце. Почему это огненное сердце? Почему это оранжевое сердце? Это потому что яшма – это солнечный камень, это камень прожигания, который не оставляет на своем пути ничего, что мешает его владельцу. Он выжигает все. И чтобы это было не просто выжигание всего, что не нравится хозяйке, а чтобы это было через любовь, конечно же, это обязательный атрибут, это огненное сердце, это солнечное сердце. И все это у нас запаковано в золотой сфере. Золото, солнце. Через солнце, через свет. И вот такие вот огромные, мощные чётки отправляются к своей хозяйке. Красная яшма и снежный обсидиан.